Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Калек, я веду видеообзоры о тех проектах, в которых я зарабатываю. А сегодня я вам покажу, как пополнить ваш кошелек Payeer с помощью Kiwi. Так вот, что меня сподвигло на эту видеозапись, вот давайте, у меня один из моих подписчиков написал такую вещь. Коля, ну покажи, пожалуйста, как пополнить счет в Payeer, сняв деньги с Kiwi. Так вот, вот ваш Payeer кошелек. Прежде чем вам закидывать деньги сюда, на Payeer, у вас должен быть, естественно, счет на Kiwi. Вот как вы можете наблюдать. У меня сейчас на Kiwi вот сколько? 755 рублей. Предварительно вы должны на Kiwi пополнить определенную сумму, которая вам нужна. Также, при переводе, конечно, комиссия взимается хорошая. Ну, давайте мы сейчас на моем примере это посмотрим. Я сейчас буду переводить около 100 рублей. Ну, давайте посмотрим. Прежде чем переводить, так, найдем. Так, нам нужно пополнить данный кошелек Payeer. Нажимаем пополнить. Сколько вы хотите пополнить счет? Все зависит от того, сколько у вас на кошельке Kiwi. Ну, давайте я, допустим, 100 рублей хочу перевести. Выбираем рублевый счет. Также нажимаем пополнить. Так. Так, вот как вы можете видеть, тут вот так, такие виды пополнения кошелька Payeer. Можно через банковские карты, можно различные банки. Ну вот, нас интересует только Kiwi. Вот платежная система, вот есть Яндекс. Комиссия 5%. Если я буду с Яндекса на Payeer, то комиссия 5%, еще рубль 0,5%. Ну ладно, давайте не об этом. Вот V1, OkPay, EgoPay, LinkPay и вот Kiwi Wallet. Вот, как вы можете видеть, Kiwi Wallet. Нажимаем оплата, находим то, что нам нужно. Вбиваем наш счет, номер, номер телефона, точнее номер Kiwi вашего. Ну, это одно и то же, по идее. Так, 987-604. Так, плюс. Так, все, мы ввели. Теперь нажимаем подтверждать. Вот как вы можете видеть, я пополнял счет на 100 рублей. Тут 8 сверху как прилетел. Ну, комиссия такая небольшая. Нажимаем подтвердить. Так, ожидание оплаты идет. Для оплаты через Kiwi вам был выставлен счет. Сумма для того, чтобы оплатить счет, следующим инструкциям. Как оплатить? Да, теперь мы отправили счет на наш кошелек Kiwi. После этого мы заходим вот сюда, вот, на Kiwi. Так, и тут у меня должно быть так. Нам нужно пройти на почту нашу. Так, где она там у нас? Работа со счетами. Или где она тут? Новый счет. Почта. Сообщение. Так, сейчас я вам, погодите, секундочку найду. Так вот, нашел, вот. В вашем кошельке есть счета, ожидающие оплаты. Щелкайте сюда, посмотреть. Вот как вы можете, Payeer. От кого Payeer, комментарии и сумма комиссии. Нажимаем оплатить. Сумма со счетом комиссии 108 рублей. Оплатить. Сейчас мне на телефон придет SMS, так сказать, для этого кода. Ждем немножко. И так, сейчас 5 секунд. Так, 351-251-289. Подтверждаем. Все, как вы можете видеть, загорелась зелененькая. Ну, вот это, как вы можете видеть. Так, заходим сюда. Оплата завершена. Внутренний баланс вашего счета был успешно пополнен. Обновляем Payeer. Вот как вы можете видеть. Вот последняя операция. Значок Kiwi плюс 100 рублей. Все, мой счет пополнится на 100 рублей, как вы можете видеть. Так что, дед Дада Гашин,
Вот вам перевод Киви на Pair. Всем спасибо за внимание. С вами был Калек. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Всем пока.